Друзья, здравствуйте! С вами снова я, Татьяна Алешкина, и я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы продолжаете следить за обновлениями в моей группе «Антивозрастная косметика» на Vage, и поблагодарить вас за ваши комментарии, за ваше внимание. И исправить один недостаток. Уж очень давно я не проводила никакие розыгрыши. Исправляюсь. Сегодня я хочу предложить вам разыграть вот такую вот замечательную кисточку для более комфортного ухода за лицо. Это кисть 3 в 1. Ею можно наносить маски, можно наносить кремы, а можно наносить тональную основу. Итак, суть моего розыгрыша в чем? Я недавно подумала о том, что почему бы мне не составить такой вот топ-5 своих любимых продуктов на Vage. Как вы догадываетесь, я пользуюсь всеми продуктами на Vage, но, вы знаете, некоторые продукты прошли, скажем так, испытание времени. Время сейчас непростое, каждый год что-то происходит, меняется, действительно, этот период турбулентности, и не всегда нас радуют только хорошие новости. И вы знаете, вот в этом изменчивом, переменчивом таком мире очень классно, во-первых, оставаться преданным своим принципам, своим идеалам. И есть вещи, которые, несмотря ни на какие катаклизмы в мире, они отражают суть человека, и они всегда остаются с нами. Вот со мной по-прежнему остается косметика Vage. И любые события, какие бы ни происходили во внешнем мире, не повод меняться самой, изменять своим принципам, изменять своим ценностям. Поэтому я недавно подумала о том, что мне хочется с вами поделиться вот своим таким наблюдением по поводу косметики на Vage, что чаще всего я покупаю в компании Oriflame из бренда на Vage. То есть какие продукты у меня быстрее всего заканчиваются и какие продукты я пользуюсь на постоянной основе. Не меняю сами у меня в моем будуаре, да, в моем ванной полочке. Вот. И как только заканчивается продукт, скорее всего, у меня уже есть запас на него, потому что без этих продуктов я не представляю свой уход, свой нормальный, обычный женский уход, к которому я привыкла. И я хочу на этой неделе сделать такой вот рассказ про свой топ. Я выделила 5 продуктов. Конечно, вы понимаете, у меня очень много любимых продуктов на Vage, но я решила ограничиться 5. Вот теми 5 продуктами, которые всегда у меня есть, которыми я пользуюсь всегда и не изменяю им никогда. И, кстати, прошу вас под этим видео оставлять комментарий, написать, какие 5 продуктов на этой неделе я представлю вам в своем топе. Каждый день у меня будет потом выходить видео с одним из этих продуктов, о котором я буду рассказывать, и рассказывать, почему он мой любимый. И подарок вот этот я разыграю среди всех участников, которые оставят комментарии под этим видео, среди всех участников, которые попытаются угадать, неважно, правильно или неправильно, мои 5 любимых продуктов. Всем удачи, друзья мои, и до завтра. Пока-пока.